Но у вас зато, по-моему, дети и сын, и дочь в банке, нет, да? Нет, вы знаете, у меня дочь еще, когда пошла в школу в Ливане, а там была типа сельская школа. В Ливане вы, я перебью, вы тоже в Народном банке, да? Да, да, Московский отделение. Народный банк из Поскольку Лондона вас перевели в Ливан. Что Ливан может стать Швейцарией Ближнего Востока, пошла нефть, богатство и так далее и тому подобное. Но потом вот палестинцы, которые... Угу. Король Иордании выгнал из своей страны, они не могли попасть в Сирию или в Египет, они все пришли в Ливан, и Ливан разрушили как страну, к сожалению. Дочери, да, да, так вот она, поскольку ходила, пошла там в первый класс, а там было две учительницы, одна вела первый, третий, вторая, второй, четвертый, да? Ну, какие-то там были небольшие пересменки у них, и она решила стать преподавателем с самого начала, она закончила Ленинский институт. 4 года преподавала в школе. Ленинский МГПИ, в смысле? Да, да, да. Угу. Да. Педагогический. Вот. А потом, конечно, жизнь заставила ее пойти, и, закончив заочный финансовый институт, она работала в страховой компании. Хорошо. А сына что жизнь заставила? А сын пошел учиться в Госкомстат, и там он учился... И должен был быть оператором на ЭВМ, но со второго курса его забрали в армию. Тогда была сильная нехватка. И вы не могли никак вот его отмазать? Или не было желания такого? Ну, или... во-первых, я считал, что это неправильно, да? Неправильно отмазывать. Да? Угу. Вот. Единственное, что я ему помог, его все время пихали в ракетные войска, поскольку он уже был знаком с техникой, да, всякой вычислительной. А он хотел в морскую пехоту. И вот мне пришлось найти мужа сокурсниц, да, который был капитан первого ранга, и вот он был в морской пехоте на севере, 2 года служил. Но это пошло ему на пользу. Он из такого юноши стал молодым мужчиной. Он такой, получается, очень романтический сын, очень такого практичного папы. А потом он закончил институт и работал уже сначала в полевых учреждениях банка. Есть такое управление, созданное Николаем I после Крымской войны, и которое всегда существовало в банке, обслуживая наши войска, когда они за границей или когда идут военные действия. Да? Сейчас их немножко раскурочили, как и... многое другое, к сожалению. Он там работал, а потом пошел в коммерческий банк. И сейчас работает управляющим Банка Возрождения в Балашихе. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».